День нефтяника – праздник миллионов специалистов. Каждое первое воскресенье сентября его отмечают геологи, инженеры, бурильщики, специалисты в области логистики и менеджмента. В профессиональный праздник сотрудников отрасли со сцены приволжского оператора магистральных нефтепроводов поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка является очень важным сегментом диверсифицированной экономики региона. Вам поручено блюсти, сохранять стратегические запасы, стратегические нефтепроводы. От того, как эта работа делается, профессионально, ответственно, соблюдением всех мер безопасности, зависит не только экономика нашего региона, но и экономика страны в целом. Топливный энергетический комплекс – это не только драйвер развития, но и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Вы, дорогие мои друзья, выполняете важнейшую государственную задачу. Вы занимаетесь в том числе развитием экономики страны и региона. Хочу пожелать стабильности в работе, безаварийности. Убеждена, что вы как были флагманом, так и останетесь. С праздником, дорогие друзья! Нефтегазовый сектор представляет собой многоуровневую область деятельности, в которой востребованы специалисты с самыми разными навыками и компетенциями. Наша работа заключается в контроле качества нефти. Мы проводим испытания нефти, такие как определение плотности воды, плотности нефти, воды, определение давления насыщенных паров нефти, мехпримеси, ну и другие анализы, которые необходимы для качества нефти, транспортируемой по трубе. Самарская нефтянка участвует в реализации социальных проектов и программ. В их числе цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, экология, а также международная кооперация и экспорт. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.